Двухдневный саммит европейских лидеров стартовал в Брюсселе. На нем обсудят угрозу со стороны России. Сегодня британский премьер Тереза Мэй обещает представить доказательства причастности Москвы к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля. С подробностями Светлана Чернецкая. В эти минуты европейские лидеры собираются на совместный ужин. Это заключительная часть первого дня саммита. Сегодня обсуждали налоги, торговлю с Соединенными Штатами и новые условия Трампа, а также выполнение программы по приему беженцев. А за ужином ожидается выступление британского премьера. Тереза Мэй будет говорить о нарастающей российской угрозе и призовет европейских коллег активно противодействовать Москве. Она расскажет о последних находках следствия в деле отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. А пока Мэй убеждает другие страны последовать примеру Великобритании и выслать российских дипломатов. Лондон уже принудительно покинули 23 сотрудника российского посольства, которых подозревают в работе на разведку. И возможность депортации дипломатов РФ уже рассматривают в Литве. Также британский премьер собирается потребовать от европейских коллег принять резолюцию с категорическим осуждением России из-за отравления Скрипаля. И пресса это называет своеобразной проверкой на единство Европейского Союза. Россия осуществила дерзкую и безрассудную атаку против Великобритании, пытаясь убить двух человек на улицах Солсбери. Очевидно, что российская угроза не уважает границы, а инцидент в Солсбери был одним из примеров российской агрессии против Европы и ее соседей, от Западных Балкан до Ближнего Востока. Хотя сейчас мы в процессе переговоров по выходу Великобритании из ЕС, но это никак не повлияет на нашу солидарность с Британией. Мы полностью поддерживаем позицию Лондона. Самый сильный политический сигнал, который мы можем подать, это единство. Единство и еще раз единство. О Брексите европейские лидеры тоже будут говорить много и в подробностях, но это будет завтра, когда Терезу Мэй отправят домой. И европейские лидеры смогут открыто обсуждать единую позицию ЕС в отношении Великобритании. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Европейское бюро телеканала «Интер».